На просторах, где расположен государственный центральный полигон, отсутствие благоустроенных дорог и пыль создают жесткие условия подготовки и проведения испытаний. С лета 1948 года здесь ведутся работы по укладке 38-километрового бетонированного шоссе, связывающего старт с технической позицией. На стартовой позиции в 1948 году выстроены здания для различных служб. Здание, в котором установлена приемная станция телеизмерительной системы. Аппаратура этой станции позволяет вести контроль и запись процессов, происходящих на борту летящей ракеты. Центральная кинотеодолитная станция. Кинотеодолит для фиксации на пленке положения ракеты в пространстве. У стартовой площадки построено укрытие для обслуживающих команд и машин. Командный пункт старта, глубоко ушедший в землю, защищен сверху мощным слоем железобетона. Для наблюдения за стартом и полетом установлены перископы. Подготовка ракет производится на технической позиции, где в этом году также построены новые служебные здания. В специальных поездах имеются вагоны для личного состава, вагоны-мастерские и лаборатории. Здесь находится ангар для горизонтальных испытаний и склады для хранения ракет. Дооборудован стенд для огневых испытаний. Тельферами, смонтированными в верхней части стенда, на ракету надевают карданное кольцо и затем ее поднимают, освобождая от хвостового отсека. Это облегчает наблюдение за работой двигателя и его коммуникациями. Тельферами ракета перемещается и устанавливается внутри стенда. Для сохранности хвостового отсека его устанавливают и транспортируют на специальной тележке. Установленная в стенде ракета соединяется многожильными кабелями с пультом управления и самописцами, расположенными в бункере. Самописцы регистрируют работу отдельных агрегатов двигателя. С этого пульта ведется управление огневыми испытаниями. Перед заправкой отбираются пробы компонентов топлива и перекиси водорода, которыми будут заполнены баки ракеты. Отбор пробы высококонцентрированной перекиси водорода. Отбор пробы жидкого кислорода. Эти пробы должны быть подвергнуты химическому анализу. Пробы исследуются в химической лаборатории, расположенной в вагоне. При любой температуре окружающего воздуха жидкий кислород легко испаряется, так как точка его кипения очень низка, минус 183 градуса Цельсия. Концентрация спирта должна быть не менее 75%. Последовательность подачи команд на включение агрегата в двигательной установке отражает световая схема. На схеме отмечаются команды: закрытие дренажа, зажигание, включение предварительной и главной ступеней.
двигатель отключается в две ступени. С 25 тонн тяга снижается до 8 тонн. И через 3-4 секунды двигатель выключается полностью. Двигатель работает на предварительной ступени. Двигатель работает на главной ступени, развивая тягу в 25 тонн. После проверки ракеты на стенде и рассмотрения результатов, комиссия по заводским испытаниям приняла решение приступить к пускам ракет. Перед огневыми стендовыми испытаниями или отправкой на стартовую позицию, каждая ракета подвергается горизонтальным испытаниям. Ракету подают в ангар, располагая ее в непосредственной близости от испытательных пультов, размещенных в кабине. Для проведения испытаний ракета соединяется системой кабелей с испытательными пультами. Испытание двигательной установки ведется сжатым воздухом высокого давления, поступающим в ракету по шлангам. Двигатель испытывается посредством имитации рабочего процесса, подачи электросигналов с пульта к управляющим клапанам двигательной установки. Подачей управляющих электросигналов с пульта проверяют также работу воздушных и газоструйных рулей. Правильность работы рулей контролируется показаниями приборов, находящихся на пульте. Приборы управления до установки их на ракету испытываются в лаборатории автономных испытаний. Интегратор ускорения ИГ-1 должен выключить двигатель, когда ракета достигнет заданной скорости. В этот момент интегратором будет подана команда перехода на 8-тонную ступень. Это показывает вспыхнувшая на пульте лампочка. А через 3-4 секунды полное выключение двигателя покажет вторая лампочка. Прибор показал необходимую точность и не требует дальнейшей регулировки. Гироприборы, удерживающие ракету на заданной траектории, испытывают на качающемся столе. У правильно работающего гироприбора ротор принимает заданное положение. И как бы ракета ни отклонялась, сохраняет это положение, стремясь вернуть ракету на заданную траекторию. Отклонение оси гироприбора вертикант контролируется электроприборами, показаниями которых определяется правильность его работы. После проверки гироприборов они монтируются на плите. И еще раз проверяются на наклонном столе.
И только после этого гироприборы устанавливают в приборный отсек ракеты. По окончании горизонтальных испытаний и после установки гироприборов в ракету, она подается к портальному крану. Ракету поднимают краном и откатывают тележки. После этого ее укладывают на грунтовую тележку, закрепляют бандажами и отправляют на стартовую позицию. На стартовой площадке устанавливают пусковой стол. Опоры пускового стола выполнены в виде домкратов. При помощи этих домкратов столу придается горизонтальное положение. Ракета подается к пусковому столу на специальном грунтовом лафете. Прежде чем установить ракету на стол, на головную часть одевает подвесную площадку, необходимую для работы в приборном отсеке. Перед подъемом ракеты, чтобы точно расположить ее по отношению к пусковому столу, лафет подкатывают вручную. Подъем стрелы лафета с закрепленной на ней ракетой производится телескопическими плунжерами гидропривода. Установка ракеты на пусковой стол и затем установка ее в направлении плоскости стрельбы выполняется в течение 40-45 минут. Перед пуском проводятся вертикальные испытания. Вновь проверяется работа приборов управления, установленных в ракете. Проверяется правильность работы всех приборов и исправность всех командных и контрольных цепей. Вновь проверяется автоматика двигательной установки. Контрольно-испытательная аппаратура передвижной лаборатории телеизмерительной системы смонтирована в кузове автомашины. В этой лаборатории была настроена и дополнительно испытана аппаратура для телеизмерений до ее установки в приборный отсек. В процессе генеральных испытаний до заправки ракеты с пульта управления имитируются все процессы, которые должны происходить при пуске. Проследим на условной схеме, как нормально должен производиться пуск. Электрическая схема пуска ракеты сблокирована так, что все команды могут выполняться только в строго определенном порядке. Готовность. Приборы и цепи управления в порядке. Ракета подготовлена к пуску. Дренаж. По этой команде прекращается выход кислорода в атмосферу. Давление в кислородном баке в 1,5 атмосферы достигнуто. Зажигание. По этой команде в камере сгорания воспламеняется зажигательное устройство. Предварительная ступень. По этой команде в камеру сгорания поступает топливо и воспламеняется. Подготовка главной ступени. По этой команде подготовляется цепь включения главной ступени. Если все цепи в порядке, то нажимается кнопка «Старт», после чего отпадают отрывные штекера
и включается главная ступень. По окончании генеральных предстартовых испытаний люки закрываются и подается команда о заправке ракеты. Во время подготовки ракеты к пуску подготавливаются и службы наблюдения. За минуту до старта по команде с центральной кинотеодолитной станции одновременно включаются аппараты трех кинотеодолитных станций. Заданный квадрат падения ракет расположен в пустынных песках за 270 километров от места старта. Самолеты готовятся к вылету на место падения для обследования воронки. О предстоящем полете ракеты авиаслужба получает указания с места старта по радио. Заправка ракеты закончена. Заправочное оборудование, цистерны для кислорода, спирта и заправщик перекиси водорода уходят с площадки. Приборный отсек и все люки закрыты. Подвесная площадка убирается. Последними уходят с площадки грунтовой лафет ракеты и компрессорная станция. Все подготовительные работы закончены. Операторы ожидают команды. Ключ на стрельбу. Стрельбовым переключателем с пульта производится пуск ракеты.